Мирная Сирия. Владимир Путин поздравил Башара Асада с успешной борьбой с терроризмом. Встреча президентов состоялась в Сочи. Сирийский лидер отметил работу воздушно-космических сил России и правительственной армии. Прежде всего, я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы передать вам, уважаемый господин президент, поздравления и благодарность сирийского народа за то, что нам удалось отстоять территориальную целостность и независимость нашей страны. Эта же благодарность относится к тем структурам российского государства, которые оказывали нам содействие. Путин представил Асада руководящему составу Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных сил России. Башар Асад рассказал об освобождении многих районов страны от боевиков. Мирные сирийцы смогли вернуться в свои дома. Владимир Путин рассказал о скором завершении военной операции в Сирии. Надеюсь, в самое ближайшее время мы поставим точку, окончательную точку в борьбе с терроризмом в Сирии. Хотя понятно, что очаги еще будут, они еще будут возникать, потому что проблем хватает с терроризмом и в мире, и на Ближнем Востоке, и в Сирии в том числе. Но основная задача уже близка к завершению. Ну, скоро можно будет сказать, что мы ее решили в самое ближайшее время. Главной задачей в Сирии станет организация политического процесса.